У Центра социального обслуживания «Вера» настоящий праздник. Воздушные шары, аниматоры, много детей и их родителей. Не обошлось и без символической красной ленточки. Еще, еще, еще. Вот. Все. Ура! Ура! Так весело и дружно на заднем дворе Центра «Вера» открыли новую инклюзивную детскую площадку для детей с ограниченными возможностями здоровья. В связи с изменениями, которые в прошлом году были вызваны ковид и снижением посещаемости, у нас осталась там небольшая экономия, значит, и нам разрешили вот эти денежные средства использовать на обустройство такой площадки. Такой площадке очень не хватало семьям, чьи дети посещают отделение детской реабилитации центра. Иногда хочется покататься на качели. И не на все качели можно попасть. Вот, так что это хороший способ на мне, например, попасть на качели. Для того, чтобы интересно проводить время на улице, конечно, не только инвалидная коляска, да, должна быть. Должны быть какие-то другие вещи, которые приносят радость детям. А радость приносит детям качели, карусели. Алина Остроухова свою 5-летнюю дочку Софию сюда на занятия вводит уже 3 года. У девочки ДЦП, и во многом благодаря проводимым процедурам, массажу, ЛФК, физиотерапии, ребенок практически ничем не отличается от сверстников. Мы очень рады, что у нас появилась детская площадка. Мы теперь не сидим как бы там в прихожей, не ждем. Теперь мы будем гулять здесь, играться и ждать нашего часа, когда нас будет очередной специалист нас принимать. Поздравить Веру с таким радостным событием приехали воспитанники Центра детского творчества «Импульс» из группы «Домисолька». Детки, 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 конфетки. Завершился праздник раздачей воздушных шаров и совместным фото. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.